Что ж, друзья, мы снова в прямом эфире на Киберарена ТВ. И сегодня у нас есть одно незапланированное интервью, но оно с очень-очень хорошим человеком и хорошим игроком. Полина, привет! Привет! Как дела? Отлично! Как вообще команда Mousesports поживает? Вы начинаете готовиться к чему-нибудь? К чему-нибудь да. Серьезному? Мы после новогодних каникул просто еле-еле пытаемся раздуплиться и начали уже свои тренировки. Отлично. А вот много там что-то менялось у вас в составе, я видел вот на Wintel Challenge, вообще вы миксами там играете, постоянно непонятно, какой состав для меня у вас. А что сейчас будет происходить с командой в ближайшее время, расскажи. Ну, кто не знает, друзья, это игрок команды Mousesports, я думаю, что все должны знать. Просто страшнейший игрок, играет просто как Нео, в общем, Эксилия. Рассказывай про ближайшие планы. Ну, так как мы только начали тренироваться, то мы только набираем форму снова. Вот, будут новые системы тренировок. Ну, не то, что системы, просто немного по-другому, чем в прошлом году. Вот, а так у нас этот год пока что запланирован быть очень жестким, то есть дисциплина, игры, чемпионаты любые, все как бы в планах. Я понял. Скажи, пожалуйста, мне, Полина, вот кто сейчас, вот можно сказать, входит в состав команды Mousesports вот со всеми теми людьми, кто вам помогает? Ну, наш обычный состав: Оля Пачелло, Света, Светашка, Грини Нина, Ленка Мэг, я. Помогает нам Степан Пати. Ну, наверное, и все. Наверное, и все. Ну и, конечно же, помогают вам немцы. Да, да. Немцы из Mousesports. Это естественно, это как бы, да, не оговаривается. Тут тебе говорят, да, действительно жесткий микрофон. Я сейчас сам попытаюсь себе потише сделать. А я буду шепотом. Да, ты будешь шепотом. Слушай, Полин, Asus, в чем проблема, в чем загвоздка? Будем участвовать, нет? Алло. Ты меня слышишь? Неполадки в интернет-соединении, друзья, у меня. Так, я тебя слышу снова. Ты меня снова слышишь. Были какие-то неполадки в интернет-соединении, смотрю. Я говорю, вот ближайший Asus, что будет? Будете ехать, не будете, что мешает? Вообще, вот все вокруг Asus, вот расскажи ситуацию. А какого именно? Потому что мы не только на женский планируем. А, вы еще планируете на Non-Pro? Да, мы участвовали в прошлых выходных на онлайн играх отборочных, и буквально послезавтра мы будем участвовать на нон-профи. Вот. А насчет женского мы планируем, мы очень хотим, но у нас сейчас небольшие финансовые проблемы, и то есть после выходных будет точно известно, едем мы или нет. Слушай, ну если будете участвовать на нон-про, каковы ваши шансы? Вы можете затащить парней? Ну, я надеюсь, как бы показатель после онлайн был очень даже неплохой. Вот честно, я не знаю, как вы сыграли в онлайне, расскажи. Честно, мы вошли в топ-4. Вы в топ-4 вошли? Да, мы как бы даже... Ну, было всего 256 команд, мы 2 дня играли, вот, вошли в топ-4, и в финале встретились USR с... Кто там с кем там, я уже забыла. С Хучом? Как раз Хуч USR, да? Да-да-да. И команда Редмана с кем-то, вот мы им только проиграли в полуфинале. И то мы как бы их очень напрягли. Мы сыграли первую сторону 10-5. Парни просто не поверили, что это мы играли. Ну и вообще половина народа не поверила. Вот. И поэтому нам надо хорошо выступить на Нонпро, чтобы потом не было никаких слухов. Ну а так, как бы, ну мне сложно сказать. Конечно, хочется выиграть, хочется хорошую показать форму, хорошую игру, но так как мы только начали тренироваться, и у нас даже практически нету вообще тактик никаких, то будем так рандомно. Ясненько. Вообще вот что-то глобальное. Будет ли у нас в 2011 году? Вот что ты сейчас знаешь по поводу женских чемпионатов? То же самое ЕСВЦ. На самом деле в этом году все уже слишком печально, чем в других. Потому что ЕСВЦ будет только в конце года.
И, собственно, кроме Asus'ов-то больше ничего пока. Ну, и, может быть, DreamHack опять будет женский, но так не было еще никаких анонсов, ничего не известно. Угу. Меня уже начинают вот задавать вопросы, чтобы я тебя помучил, точнее, вот подсказывать, чтобы я тебя помучил, чтобы я вот, поспрашивал у тебя, как и у всех, вот с чего началась карьера Полины в киберспорте. Я уже слышала этот вопрос с предыдущей твоей сессии и уже думала, как отвечать, если вы вдруг меня позовете. Ну, я начала играть в 11 классе, у меня ребята, с которыми я дружила, они друг другу давали диски всякие с играми, и вот одна из них, я просто так наобум спросила, говорю, дайте мне, этот диск оказался Counter-Strike. Ну вот, я себе его установила, но у меня тогда не было еще сетки, ни интернета, точнее, интернет вроде был, но сетки местной не было. Городской, и я тогда поставила игру, зашла на карту, и такая довольно бегаю, а там ничего не происходит. Мне парни говорят, надо установить ботов, в итоге я с этой задачей не справилась, подумала, что за дурацкая игра. Вот, и в итоге я удалила, и потом, когда уже подключили мне местную городскую сетку, я снова ее поставила, и вот пошли паблики и все остальное. Это было 6 лет назад. Слушай, тут тебя спрашивают, выходила ли ты на зигзаг? Вообще? На какой еще зигзаг? Меня спрашивают Пачелло, выходила ли... Пачелло? Да-да-да. Да, Оля, выходила, сейчас выйдем, сейчас скоро. Так, а вот еще, подожди, что нужно тебе еще попросить. Ага, чтобы ты шампанское взяла с собой, когда будешь приезжать в Москву в воскресенье. Окей. Хорошо. Дальше. Давай все, возвращаемся к интервью, потому что здесь мне сразу много людей начало писать, когда... Не-не-не, сказали не шампанское, сказали шампунь. А, да-да-да, хорошо. Шампунь, обычный шампунь, все, я понял. Я помню, Оля, я помню. Слушай, у тебя безумный микрофон какой-то. Я забываю. И сразу, что за девайсы? Что за микрофон? У тебя же это Razer, как он называется? Мегалодон. Не Мегалодон, но это просто, мне кажется, это просто фишка Мегалодона вместе с 7-й виндой, которую я недолюбливаю. Вот, просто я сейчас не на своем компьютере, у меня на компьютере все хорошо. Ну да, сейчас сразу всем скажу, что мы около, не знаю, 15 минут я пытался настроить вебку на втором компьютере, но она вот как-то подозрительно себя ведет, я такого никогда не видел. Возвращаемся. Как произошло вообще, как произошел приход в команду Mouse Sports? Я, по-моему, тебя уже спрашивал, но все, давай вот еще раз, если что. Вам длинная история? Нет, давай такую более-менее короткую и захватывающую. Как ты превратилась, вот резко сразу попала вот очень такую жесткую, ну не резко, ну ладно, да, все, молчу. Ну, к сожалению, не прям захватывающая. Я около года проиграла в команде Шараброс, вот, где была Лена Мэг и другие девочки с Альбиной, вот, и в итоге мы в конце, не помню, 2009-го, девочки из нынешней, из тогда еще Force, позвали к себе Лену поиграть, вот, в итоге они обсудили это, встретились, обсудили и решили вообще объединить составы. Вот, ну, собственно, так и получилось, что мы объединились и стали Mouse Sports, вошли в организацию Mouse Sports. На тот момент я была еще только запасным игроком, вот, так как Лена не смогла поехать на турнир европейский в Польшу, поехала я, вот, и после этого... И после... в Польше вы всех надрали? Да. Вы обыграли тогда еще... Как называлась эта вот команда шведок? Нет, подожди. Я тоже забыла. Ну, были они Fnatic, а до этого, господи, забыла. Pink Zenit. Да, да, точно. Точно. Вот. Тогда они, по-моему, так назывались. Да, Pink, да. Вот уже подсказывает Пачелло, что Pink Zenit. Все. Вот кто все помнит вообще историю женского Counter-Strike, так это Пачелло. Ну, в общем, на самом деле, если бы не Лена, моя любимая, то я бы, наверное, и не играла бы с этими девочками. Ясно. А давай вот, наверное, поговорим о том, ты сейчас по-прежнему воеводишь? Да. Да? Как тебе? Вот потому что, смотри, девчонки-то у тебя в команде все боевые, и как бы некоторые, можно сказать, побольше, да, поиграли? Да. Но на твои плечи пала такая капитанская обязанность, и
Вот сейчас тебя, конечно, все девчонки слушают и смотрят из моего спорта, но все-таки вот скажи, вот кто тебя там не слушается? Или все нормально, все очень... Я думаю, какую вещь тебе сказать, нормально или ненормально? Да нет, на самом деле, более-менее все хорошо. Бывают, конечно, жесткие моменты, это у всех такое. Вот, не слушается, не скажу кто, это секрет. Нет, в принципе, все нормально, то есть... Хорошо, Нина в аркады часто лезет? Бывает, бывает, но уже гораздо лучше, чем раньше. Гораздо. Как ты, вот давай, охарактеризуй свой стиль игры. Что тебе больше нравится? Как тебе нравится играть? Ты больше аркадной играешь, либо... Ну, в принципе, ты капитан, наверное, тебя по-любому вот и эта должность сейчас сдерживает, да? Вот ты должна тактично все очень грамотно расставлять по позициям и самой подавать пример, наверное, тактичной игры какой-нибудь грамотной. Ну да, собственно, ты уже ответил за меня. Да, да. Ну просто вот когда смотришь за тобой и просто видишь некоторые моменты, когда ты просто пролетаешь и сносишь троих, там, четверых, и после этого трудно сказать, что у тебя не агрессивный стиль. Ну, это может быть только когда у нас аркадный контр-раунд, или когда я после долгого такого холда выхожу. Я понимаю. А вот, например, когда идет, допустим, атака, когда начинаются раунды вашего атаки, ты частенько выходишь первая? Нет. Либо Нинка, это таран команды. Кто таран команды? Кто пробивает первый? Ну, обычно мы как бы договариваемся. То есть, или кто-то у нас где-то показ. Нет, обычно у нас по парочку человек, но нет, я первая не люблю суваться, потому что я чаще умираю. Сейчас, подожди секунду. Мне нужно... отписать сейчас по чели. Оля, не мешай, Тафи. Пусть, надеюсь, что без ошибок. А, не, мы просто тут спорим про агрессивную игру, не агрессивную. То есть там, ладно, все, будем молчать. А, слушай, Полин, ну, я не знаю, я тут много девочек мучил. Я не знаю, тебя мучить мне как-то жалко. Но все, все-таки ты у нас девушка... замужняя. Нет, ладно, не скажу. Ну давай, ну самый сексуальный кейсер. А вот, кстати, я тоже думаю над этим вопросом. Есть ли такие, да, тут именно? На самом деле, все какие-то не хипленькие, щупленькие. И как-то не очень. Единственное. Не, ну допустим, смотри, поляки, там вот там хоть один хит есть, там хоть один щупленький. Опередил меня. Ну, действительно, вот если сравнивать со всеми, то поляки сами такие нормальные в этом плане. Хорошо. А, ну да, про корейцев, китайцев говорить не будем, там действительно. Да я за ними даже не слежу. Ты же не следишь, хорошо. А вот на кого ты равнялась, когда ты начинала играть, там, играла уже? Вот, за кем следила больше всего и с кого пыталась брать пример из игроков? Ну, честно говоря, никогда, как бы, я на игроков не равнялась, никаких вот прям определенно. Я, как бы, в целом на команды смотрела, то есть на игру. Была ли у тебя вот хорошо любимая команда какая-нибудь, вот, чтобы вот, да, класс, эти круто играют? Ну, из мужских я, вот честно, не помню, там, может, пару лет точно никого не уделяла. Я следила тогда за женским, только киберспортом. Вот. Мне нравится, как СК, конечно, играет, потому что они всех выигрывают. Но у меня как-то так получается все очень обычно. Вот на Ви сейчас выигрывают, я за Ви слежу там. Так далее. Даже за фнатиками и остальными я не очень. А вот за игрой парней украинских я смотрю. Тут вопрос от тиммейтов. Если бы Поля не была замужем, она бы поцеловалась с Зоником. Зоник? Я даже знаю, кто этот вопрос задал. А ну кто? Давай, угадаешь или нет? Лена. Да, это вопрос от Майк. Конечно, я ее знаю. Нет, не поцеловалась бы. Хорошо. Так, дальше. Друзья, кстати, вот я всем говорю, кто в чате там иногда вот находится у нас, можете задавать вопросы. Иксилии, там, мега-игрок, одна из лучших кейсерш не только в России, там, постсоветского пространства, просто одна из лучших кейсерш мира. И я могу вам сейчас сказать, что задавайте вопросы, у вас шансов будет немного. Так, дальше. Иксилия. Кроме Counter-Strike, есть ли игры, которые тебе нравятся, в которые ты иногда пошпиливаешь? Есть. Тюряга ВКонтакте? Нет, ВКонтакте я ни во что не играю. А как же веселый фермер? Даже его нету? Был, но давно сплыл. Все, он уже не веселый, я понял. Да. Во что играешь? Вов. Вов. Левел?
80-й. 80-й. А как Ай, же? фу, вру, 85-й, я уже 85-й. забыла, Ты уже прокачала. да. Вот Вов тебе не мешает сейчас там тренироваться в Counter-Strike или. Потому что Вов, ты, это ж я знаю по себе, это просто вынос мозга, и ты там должен частенько бывать. Нет, на самом деле я не настолько втянута, я играю только тогда, когда у нас каникулы. То есть у меня как-то само происходит, что когда у нас вот-вот тренировки начнутся, я меньше и меньше играю. И все. Вот у меня недавно в конце января закончилась подписка, поэтому я уже не играю. Хорошо. Твоя команда продолжает задавать вопросы. А с Пашей из поляков? С Пашей? Нет, Паша какой-то тоже. Он хоть и крупный, но что-то тоже не очень. Еще от команды Полине передаем общие фи. Я не знаю. Это не фи, это фу. Хорошо, это фу. Так. Так, тюряга, продаю нычки, тут пишут уже. Ну вот, продолжает человек спрашивать, как вообще возможно ли с командой Мауспорт связаться и поиграть праки? Да, можно. Заходите на нашу группу ВКонтакте, там и со мной связывайтесь, я всегда всем отвечаю, только если вы не задаете глупый вопрос. Вот спрашивают, играла ли ты когда-нибудь хоть раз на мышке X7? Да. Да. Откуда? Расскажи эту историю. Я играла на ней, ну, давно. И когда вот как раз в Шаре Брос мы начинали играть, я играла на А4, маленькая такая мышка, по-моему, MX350. Она меньше, чем все остальные, то есть под маленькую руку. И я на ней играла, и даже Лена говорила, что когда увидела меня на чемпионате первом, когда мы первый раз вообще встретились с этой мышкой, она просто офигела. Ну, вроде бы неплохо, неплохо получалось. Так, а вопрос от команды. А Нео, он же пупсик. Что-то вы все не тех выбираете, девочки. Я ни с кем бы не стала целоваться. Все, отстаньте. Хорошо. Но я не буду еще отставать, поэтому. Я про девочек своих. Да, я тебе еще Лена задам. знает, про кого вопрос задать, но не задавай его, то тебя убью. Я вообще буду молчать, все. Нет, не молчи, задавай мне вопрос. Хорошо, а если бы скилл передавался через поцелуй, кого бы ты поцеловала? Сама накачаю. Сама накачаю, хорошо. Игры. Вов, подожди, мы просто иногда уходим от вопросов. И Вов, Counter-Strike, наверное, уже больше всего. Есть ли какие-то другие хобби? Может, там армрестлингом занимаешься? Пейнтбол, картинги, я не знаю, парашютный спорт, хоккей. Нет, у меня не все так, не так жестко. У меня маленькое хобби такое, я собираю ювелирные монетки и монетки из других стран. Ну и фотографировать люблю. А где можем, есть ли вот твои фотографии где-нибудь в сети, чтобы посмотреть Ну, коллекцию ВКонтакте только. Ну ВКонтакте? там не так глобально, там на такой обычный цифровой фотоаппарат снято. Ну, есть пару экземпляров неплохих. Так, пойдем дальше. Тут уже чат продолжает вопросы. А с Мариком? Все, я замужем, отстаньте. Все, на этом все закончилось. Хорошо. Так, ну вот все равно, да, мучают. Про девайсы-то мы наушники поговорили, там, да, про девайс. Мы вообще, по-моему, спрашивали про девайс уже. Наушники у тебя Мегалодон, а что там на столе? Или на другом столе у тебя там мышка? Я на другом. У меня все девайсы сейчас Razer. А, ну у вас же У нас у спонсор вас Razer. контракт, да, поэтому все. А какая мышка все-таки? Abyssus? Нет, Desaber. Desaader. Ну ты говорила там про маленькие мышки. Я думал. Это был, ну, у Razer единственная более-менее такая поменьше, это Император, но Нет, она Abyssus. Самая вообще маленькая, очень удобная мышка. Вот сейчас там многие вот украинские кейсеры на нее подсели. Ну, как-то я на самом деле не выделяла ее. Я вот из всех, которые у них есть, вот Дозадор и Император. Так, тут уже дальше вопросы уже из чата. Ну а Зевс, все же, в прошлых интервью все за Зюсю были. Нет, ладно, все, я молчу, все. Пойдем дальше. Так, девайс Стаффа спроси. Тут у нас постоянно админы кого-то кикают из чата, и тут тоже меня немножко напрягает. Так, про праки мы узнали. Что, по-твоему,
Самое главное в Counter-Strike, это нет, даже не так, все, не буду спрашивать про тактики, мне все это надоело. Вот что тебе Полин дал Counter-Strike, лучше расскажи. Что он тебе принес, хорошего или плохого? Принес, ну, во-первых, эмоции все, которые приносят, хорошие эмоции, которые победы и чемпионаты приносят. Ну и, конечно же, людей, очень много знакомых, гораздо больше, чем вот просто в учебе, в работе. Вот, знакомств много с очень хорошими людьми. А плохого только нервотрепка. Я понимаю. А все-таки, как ты думаешь, КС, он развивает человека? То есть, ну, капитана я уверен, что развивает, да, что очень много думать надо. Да, все время нужно, по-моему, без мозгов нельзя играть в Counter-Strike, как ты думаешь? Ну, конечно, да, развивает. Тупой человек сыграл бы в Counter-Strike нормально, на высоком уровне? Ну, если бы им управляли, как бы очень жестко направляли куда-то, то, возможно, да. Если он сам не догадается, куда идти. Ладно. Не играешь ли ты в доту? Нет. Спрашивает Влада, что делать украинскому женскому Counter-Strike? Я с тобой потом в чате пообщаюсь отдельно, Влада. Так, что дальше? Мешает ли Counter-Strike в личной жизни? Нет. Нет. Вот так. Ну, чуть-чуть бывают всякие вопросы, но в целом, по крайней мере, у меня все отлично. Так, что еще бы мне такого жесткого спросить у тебя? У меня вот, просто тут есть куча там мне идей подкидывают на вопросов, но не все они сейчас будут проходить в эфир. Так, но продолжают тут еще ребята спорить там про не слишком умного КСера там. Что, может быть, он супер реакция по нему была и все раздавал. Так, про девайсы уже спрашивал. Про команду Mall Sports также. Чтобы мне тебя еще помучить. Просто, вот, друзья, я с Полиной уже не раз общался. Буквально, не знаю, о команде Mall Sports можно прочитать уже, наверное, книгу какую-то из интернета собрать просто про всех девчонок. Где, кроме вот турнира Асуса, мы можем вас увидеть в ближайшее время еще? Ну, как я уже и говорил, что послезавтра мы будем в Москве, в Крикнете. Угу. Ну, кроме Асуса пока ничего. То есть очень мало женских чемпионатов, да, будет вообще? Да, очень спад большой произошел. Только в онлайн в основном. Да, надо что-то делать. Так, так, мне что-то еще пишут. Так, Лена тут спрашивает. Подожди, отдай нам Полю, хорошо. Почему у Поли глаза, как у меня на этой камере? Как у меня глаза? Я не знаю. А, она сказала, как у китайца. Какая есть. Какая есть. Так, Полина, у меня сейчас будут твои девчонки, наверное, виртуально пинать потихоньку. Ничего, подождут. Можно и мне хоть разок опоздать, а то вечно все опаздывают, а я всегда как штык. Если бы... Тут еще прислали вопрос. Вот если бы ты могла переехать в любую там страну мира, там... Ты оштрафована, кстати. Так вот. Если бы ты могла поехать в любую страну мира и там жить, в какой бы ты стране жила? Ну, хотя бы на время, знаешь, не на всю... Ну, вот, конечно, все патриоты бы сказали, я никуда не уеду. Ну, хотя бы, допустим... Нет, на самом деле, что-нибудь из Европы. Ничего конкретного, это надо выбирать, как бы, но что-нибудь европейское. Я думаю, Швейцария, Норвегия, Швеция... Ну, что-нибудь Дания, такое Дания. Тихенькое, да, чтобы не дергали. А, не тогда в Чехию надо гнать. Там хорошие законы, я слышал. Так, дальше. Не знаю, есть ли любимые фильмы? Вот уже давай мучаем тебя лично. Там, какие фильмы тебе нравятся? Какого плана? Ну, несколько фильмов любимых есть. Ну, вот, чтобы сказать-то. Ну, из сериалов, если вот «Друзья» много пересматриваю. Последний фильм, который смотрела? Ой, на самом деле, новеньких фильмов я смотрю мало, вот. Может, «Звездные войны» пересматривала, я не знаю. Нет, «Звездные войны», на самом деле, у меня муж ругается, что я их не смотрела полностью никогда. Ну, конечно, любой человек должен посмотреть. Фантастика нравится. Какого плана, например? «Властелин колец». «Властелин колец». «Гарри Поттер», там, все остальное. «Гарри Поттер»? Да. Как ты думаешь, или ты прочитала уже, чем все закончится? Я, на самом деле, не читала, поэтому я смотрю фильмы. А, хорошо. Ну, просто там, я тоже по «Гарри Поттеру» не читал, но как-то в детстве там мне еще
Мне еще мама там. Чем дальше, тем мрачнее, это немного печалит. Вот последний фильм мне не понравился, потому что, ну, какой-то совсем он никакой. Просто я такое мнение сделал, что ну, мы просто решили лишний сделать фильм, потому что бабки все отшиб. Вот я вчера, вот сейчас скажу еще всем, и тебе, Полина, скажу, я вчера немного поломал себе мозги. Мне вчера девушка моя, она мне нашла фильм, говорит, посмотри фильм про, типа, про виртуальную игру. Фэнтези футбол, есть такой проект в интернете. И там вот есть сериал «Лига». Сейчас есть только первый сезон. Там, ну, я бы сказал, много ненормативной лексики. Там, кстати, про друзей, там, которые вот все замужем, у которых там, ну, там, кто про девушки замужем, там, мужчины женатые. Вот у них там есть дети, они все играют вот в виртуальную футбольную лигу «Фэнтези футбол». И там вот есть уже первые два даже сезона, кстати, появилось. Вот. Ну, не знаю, посмотри первую серию, у меня там убила одна песенка одного парня. Хорошо. Посмотри. Но вообще там жесткий фильм. Посмотрите все, называется, кстати, сериал «Лига». Так и называется. «The League». Ну, очень опасный. Мнения разойдутся однозначно по этому фильму, потому что сериал, точнее, он очень, очень скандальный такой. Так, дальше. Киньте трансляцию. Выкрутасу советуют, классный фильм. Так, подожди, а как за время КС она развивала свой скилл, помимо много играть, может быть, на сайтах каких-то типа АИМ-400КГ? На самом деле, никогда, вот, дополнительно, кроме ДМ и ботов, ничего не делала. Я пыталась на 400КГ играть, но там один раз зашла и благополучно вышла навсегда. То есть только КС, ДМ, игры и боты, все. Угу. Игры и боты. Кстати, вот что тебе меньше всего нравится в тренировках обсуждать? С командой? Да. Обсуждать? Ну, обсуждать, тренироваться. Вот что не нравится в тренировках. Знаешь, ну, понятное дело, что когда команда играет на высоком уровне, то есть вещи, которые многие не очень любят, да, допустим, не знаю, обсуждать выход на Б, там, не знаю, под флешки. Да нет, именно в обсуждениях никаких проблем. Меня больше напрягает, когда как раз-таки после обсуждений не делают то, чего обсуждали. Хорошо. А, допустим, не знаю, может быть, не нравится там наигрывать ДМ там 4 часа подряд, то есть нужно делать постоянно перерывы. Ну вот раньше, на самом деле, да, очень тяжело мне давалось это дело. Я начала, вот, садилась, там, проигрывала несколько карт, потом думаю, сейчас сделаю перерыв, в итоге у меня перерыв этот, все, был надолго. А сейчас, ну, но сейчас, на самом деле, времени у меня очень мало, с работы проигрываю, там, пару часов, час, два, потом у нас тренировки идут. Угу. Поэтому не напрягают уже. Хорошо. Так, сейчас тут еще будут поступать вопросы мне по ходу. Ну, как бы у нас не так очень много времени, но, друзья, пару вопросов я еще буду задавать Полине. Она вот тут с радостью на них ответит. Да? Да. Слушай, Полина, ты следишь за каким-нибудь видом спорта, мне интересно? Да, я слежу за волейболом. За волейболом? Ну, да, как бы я футбол смотрю только, когда наша сборная играет. Угу. Вот. А так за волейболом. А почему именно волейбол? Ты играла в волейбол когда-то? На самом деле нет, но ну, вот почему-то вот так выделилось. У меня папа играет иногда, ну тоже так, просто for fun. Вот, и как-то вот понравилось. Угу. А сама каким-нибудь видом спорта занималась, кроме киберспорта? Нет, отдельно нет, только в детстве. Ну там физкультура, танцы. Ага. Танцы какие? Бальные танцы. Бальные танцы. Это была маленькая такая. Вот, а в школе я бегала хорошо на длинные дистанции. Роль снежинки никогда не играла? Не помню. Точно помню, что играла роль принцессы из бременских музыкантов. А, хорошо. Представь ситуацию. Вы на чемпионате мира. Финальная игра. И в решающем раунде сложилась ситуация 1-1. И у тебя, Полина, есть возможность решить, кто будет этим последним оставшимся в твоей команде. На кого из твоих тиммейтов пал твой выбор? Либо сама разобралась. Пока ты задавал вопрос, у меня сразу был ответ «я».
А потом, сейчас подождите у нас, друзья. Да, рассуждать сразу там хитрый момент, у меня сразу мозгу зашевелилось, что бы сделать. Вот, а так у нас абсолютно каждый может сделать, конечно. То есть каждый игрок может потащить? Конечно. И ты бы не волновалась, да, там, кто бы это оставался? Оставалась бы, допустим, Грини или оставалась бы, допустим, Света? У нас все девочки очень хитрые, очень сильные по скиллу, поэтому я во всех уверена. Любишь стихи? Стихи? Ну как, я к ним нормально отношусь, но как бы там не читаю там и так далее. Хотя года так, не знаю, 3-4 назад сама писала. Кстати, Полина, ты где-нибудь работаешь сейчас еще? Вот спрашивают. Ну, да. То есть ты не просто шпилишь целыми днями, у тебя еще на шпилево не так уж много времени. Да, я работаю, и сейчас я уже пришла к стадии написания диплома. Угу. Не расскажешь, где работаешь? Пишет Славян. Работаю в офисе менеджером по продажам. Вот так вот. Так, дальше. Так, я тут еще просто пытаюсь собрать вопросы, которые тут попадали мне в чат. Ага, да, про КС я уже... Вот этот вопрос тоже задавали многим девушкам. Хотела ли бы ты быть мальчиком? Нет. Любимая еда? Мясо с картошкой. Мясо с картошкой. У нас совпадают, по-моему, интересы в плане еды. Так, про финальную ситуацию мы уже пообщались. И что я еще хочу у тебя спросить? Какая, по твоему мнению, девушка в мире Counter-Strike очень хорошо играет? Можно парочку. Свою команду нельзя. Ну, сразу первые два имени, которые возникли, это Али из СК. Тем более она своим нынешним положением играет за мужской состав американский СК. Вот. И по скиллу, конечно же, ЗАС выделяется. Угу. Хотя бывают вот в командах, почти в каждой команде присутствует хотя бы один человек, который выносит все и вся. Хотя они не могут не занимать топовые позиции. Понятненько. Так, еще спрашивают, какая любимая карта? Есть ли такая? Карта Инферно, да? А то у нас, по-моему, начинают у нас быть какие-то проблемы со связью, Полин. Поэтому, наверное, я тебя попрошу сказать пару слов для зрителей Киберарены и вообще для кого угодно. Ты можешь говорить тому, передуэт, знаешь, как на вручение Оскара. Спасибо, 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 спасибо. Ой, спасибо, я так рада. Ну, всем спасибо, что за нас болеете, всем нашим болельщикам и недругам тоже спасибо. Вот, всем привет. Все, кто меня слышит, всех люблю. И тебе спасибо. И тебе спасибо. Все, вам удачи. Мне уже пишут, что все, надо игра, игра, игра. Тебе нужно мне тебя отдавать теперь в твоей команде. Все, вам удачи, и я надеюсь, что мы, может быть, еще увидимся в ближайшее время, через неделю в Киеве. Хорошо. Все, счастливо. Пока. Пока. Друзья, 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 сейчас я вам попытаюсь включить камеру. Может быть, она еще заработает. Ну, потому что скайп ее у меня забрал на себя. Ну, вот, может, после того, как я выйду. Нет, не получится пока что включить. Нужно сделать будет небольшой ребут. Но, тем не менее, на сегодня вроде бы у нас по трансляции все. Завтра что вас ожидает? Завтра с самого утра у нас начнется прямая трансляция Asus Cup Украина. Все украинские команды, кроме Natus Winsor, они пропускают чемпионат, приезжают на LAN-турнир в Киев. И, ну как все, все, кто приедет, тот и будет играть. Я думаю, команд будет очень много. Мы увидим очень много сильных коллективов. И, конечно же, чемпионат будет однозначно интересным. И будет тоже много всего интересного. Интервью, общение, игры классные. Это будет завтра. В воскресенье в трансляции у нас будет, скорее всего, я буду продолжать комментировать Кубок Зоны 51 по воскресеньям. Это такой вот более-менее нон-про-турнир, но в котором могут играть по отдельности про-игроки, там, любых команд, но с четырьмя более-менее молодыми начинающими. Это будет в воскресенье. Ну и с понедельника там по пятницу у нас финальная неделя Intel Challenge. Параллельно я буду комментировать, скорее всего, Ultimate Gamer. В понедельник, я еще уточню этот момент для вас, возможно, матч Intel Challenge прокомментирует человек-легенда, менеджер команды Natus Winsor Zero Gravity. Ну, вообще трансляций будет много. После финальной недели Intel Challenge у нас будет Asus Cup.
Ну и после Asus Cup буквально день передышки и начинается чемпионат мира Intel Extreme Masters. Буквально там со вторника 5 дней сумасшедшего КС, а это все будет тоже в нашем эфире. Все, друзья, с вами был Тафа. Играйте, выиграйте вместе с Киберарена ТВ. До новых встреч в эфире. Сегодняшнее интервью совсем скоро появится на нашем сайте.